Игра становится сложнее, а значит интереснее. Хорошо, я все закупился, пойдем посмотрим, что нас там будет ждать. Наверное, очередные, блин, испытания. Подожди, испытания, я же здесь был. Я здесь точно был. Там состоялась первая встреча с доктором, да, если я не ошибаюсь. Давай, прыгай. Чё за фигня? Это что было? Что это было? Есть новая информация по атмосфере. Доклад выживших говорит о том, что некое огромное существо пробралось на палубу гидропоники. Именно тогда начал падать уровень кислорода. Они назвали существо Левиафаном. Так, поспешил я с выводами о том, что станет проще или что-то такое. Я сейчас встречусь с Левиафаном, блин. Ну здорово, пойдем. Я ничего не боюсь, на самом деле. Я не знаю, как Айзек. Я нахрен ничего не боюсь. Так, тут Варя убил. Тут я уже все, блин, посмотрел по 100 раз. Кстати, мелкие остались, да. Я понял. Ну давайте, идите сюда. Открой. Ну вот на вот эту мелочь не хочется патроны тратить, реально, блин. Просто типа зачем? Да перезарядись ты. Вот это меня напрягает реально. Кстати. А я могу его растоптать? Он прыгнет на меня. Я ж попал в тебя почему-то. А если интересно? Нет, рядом, видимо, его не задевает никак. У меня же есть узел. Я ж купил на всякий случай. Что можно сделать? У меня, кстати, оказывается 2 узла. Так, что можно сделать? Я все же предлагаю увеличить стазис-модуль. Кинезис-модуль, нет. Здоровье. Вот давай увеличим здоровье. Мы же, блин, можем увеличить здоровье. Я думаю, да. Вот давай тогда увеличивать. Да. Отлично, отлично. И что? А, все, прокатило. Смотри, больше здоровья стало. Я предлагаю, в общем, вкладываться в здоровье. В здоровье. Так, ну что? Ты ж сдохла, тварь, да? И надеюсь, не очнешься. А, надо же, куда мне теперь идти? Ну пойдем. Левиафан ждет, блин. Вон он там, видишь, бардак устраивает. Кто здесь шумит? Что за искры? А, я здесь тоже был. Да, я здесь был. Мне на второй этаж не нужно, мне нужно сюда. Нет. И? А что включить-то, блин? Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Жду. Перемешивание завершено. Пожалуйста, заберите капсулу. Ты прикалываешься, я просто сюда зашел, чтобы, блин, перемешать? Надеюсь, яд подействует. Возвращайся на станцию и скорее отправляйся в отсек гидропоники. От Хэммонда пока никаких вестей, так что будь осторожен. Я не буду напоминать, что воздух там отравлен. Спасибо, что... Я начинаю восхищаться силой твоего духа. Пусть ты не ведаешь, что творишь. Думаю, ты должен увидеть весь замысел. Тебе не стоит отвергать предложение разума Роя. Ты будешь свидетелем. Сумасшедший, блин, придурок. Ну давай посмотрим на твои всякие вот эти вот изобретения. Так, вот здесь в теории. Хотел сказать, что должно быть безопасно, но, блин, ты посмотри, стены все в крови. О какой безопасности может идти речь, блин? Патроны и деньги. Я даже не знаю, что из этого мне нужно больше. Так, сначала подожди, я все обыщу. Прекрасно. Плазменная энергия. Что может быть лучше? Кредиты. Ну, отлично.
нет, ну сохраниться надо. Не просто так мне это дают шанс, мне кажется. Что-то там меня ждет. Ну что, поехали. Мне кажется, я готов. Да, я точно готов. Смотри, есть стазис, значит, он мне пригодится здесь. И есть доктор опять. И сейчас он будет меня знакомить. Возможно, ты понял. Мое дело должно быть продолжено. И оно продолжится. Я, доктор Келус Мерсер, стану проводником нашего рода на пути к спасению. Эти образцы вернутся со мной на Землю, и я распространю их святое величие по всей планете. Оставлю вас с моим созданием. Окунитесь в неизбежное. Поехали. Сейчас я твое создание немного подрифтую. Стазис заряжу чуть попозже, мне кажется, это будет время. Мне главное, чтобы он был здесь хотя бы, блин, один. Берем. Все, и валим. Так, тут уже я начнулся. Сейчас будет парень стрелять, да. Так, ну что, приходи в себя потихоньку. Вставай. Молодец. Все хорошо. Все правильно. Ноги от меня отстреливаются, какого хрена, блин. Пора валить. Быстро. Поворачивайся. Все, отлично. Теперь нужно справиться с этим парнем. А, вот он опять не хочет перезаряжать. Когда... А, у меня, по-моему, просто... Уйди, беги! Будет интересно. Отлично, патроны поднимай. Заткнись там нахуй, тварь. Ой-ой-ой. Все, отлично. Нет. Теперь заряжаем и бежим. Смотри, ты видел, как я увернулся? Давай, иди сюда, на. В смысле не попал? Блин, я еще и потратил. Да про... Ой, как меня иногда это, знаешь, напрягает. Все очень медленно происходит. Все, стоять. А вот ты сейчас прикалываешься? Это как произошло? Почему он не остановился? Ведь я попал. Все, есть несколько секунд. Я предлагаю снова начать. Да, все, хорошо. Теперь ты, парень. Дай, перезаряди. Люди, все. И мне нужно встать. Заряжай. Ай, как же все, хреново, все, бежим. Все, отлично. Я его расслабил. Ты будешь пенкать. Так, нужно мелкашку завалить. Мелкашку завалить, а потом потом. Вот его хотело. Сейчас это восстановится полностью. И это очень плохо. Давай, опять стазиса. Все. Как насчет мелких тварей? Сейчас упадет ко мне. Тихо, стазис есть? Вот нет патронов у меня. А, есть патроны. Тихо, значит, есть возможность. Ну давай, иди сюда. Так, там двое. Стазис я же использовал, почему? Где эта херня? Блин, он меня со спины решил грохнуть. Да успокойся, ой, блин. Нет, нужен стазис, нужен все же стазис. Стазис, а почему он его не замедлил? Стреляй! Все, есть. Теперь это... Все, отлично, получается. Он остался один. И он жив. Ну давай. Восстанавливайся, молодец. Получай помогу. А вот это странно, ты находишь, почему я так много прям использовал патронов, чтобы его остановить. Восстанавливаю стадис. У меня есть даже аптечки. Просто все шикарно, по идее. Так, он там опять восстанавливается. Здесь что-нибудь могу сделать?
Нет, зайти. А, я могу зайти. Давай, давай, идем, 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 давай, давай, давай. Так. Ты, кусок мяса. Ой, блин! Сейчас я остану куском мяса. Поворот, разворот. И замораживаем. Почему стазис не всегда срабатывает? Блин, у меня кончились патроны. Ладно, уходи, сейчас будем использовать. Просто уйди, Айзек, просто отвернись и уйди от него. Используй стазис. Стазис! Он вблизи не использует, ты понял? Ну, мне кажется. Хотя бы есть патроны. Патроны, патроны, патроны! Все. А, что у меня по оружию? По оружию. Айзек, Айзек. Будь мужчиной. Повернись и стреляй в эту тварь. Все, отлично. Все. Пусть пока он успокоится, полетает в невесомости, подумает. Может быть, ему что-то в голову придет хорошее, я не знаю, я не уверен. Так, берем деньги. Что? 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 Блин, ну немного не в тему, но нужны, конечно. Я, конечно, забираю. А что? Так закрыто еще. А, отсек заморозка. Есть, есть, есть. Замораживай эту тварь. Блин, он просто убежал. Он просто сбежал. Открой, 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 открой! А что произошло? Я же включил вроде все. Блин, он пойдет ко мне, а я сейчас не знаю, что это. А, я заряжу стать. Все, бежим. Да-да, поворачивайся и стреляй. Отлично. Я откринач ему руки, просто потому что он будет, наверное, восстанавливаться, это мне даст время какое-то. Зарядись ты, твою мать, а уже нечего заряжаться. Могу ли я ему еще что-то стрелять? Видимо, нет. И, кстати, у меня опять кончились патроны. Вот теперь уже окончательно. Это полная шляпа. Мне нравится. Почему там дверь закрыта? Могу ли я использовать еще раз? Так на него это не действует. А, я понял. Все. Давай, иди сюда, тварь. Я понял, что мне нужно сделать. Зайди сюда. Ну и где ты, урод? Стазис! Почему я ж нажал? Все, вот теперь у меня есть несколько секунд. Блин, Айзек не может бежать, ему хреново. Ему реально, блин, бедняги, хреново. Открой, открой, открой дверь. Мне нужно было там вообще его без ног оставить. Активируй, активируй. Да. Цикл заморозки завершен. Транспортируй пациента. Куда ты нахрен транспортируешь? Будем надеяться, мы больше не увидим. Это... Я смогла взломать установленную Мерсером защиту. Рядом есть еще одна станция вагонеток, ведущая в отсек гидропоники. Давай считать, что времени хватит. Давай считать, блин, что времени хватит. Ты нахрен прикалываешься? Я просто прошел через такое только что. И почему я сразу не догадался? Слушай, блин, а? Ну реально, блин, было круто. О, кстати говоря, стазис есть. Ну ладно, он теперь мне не будет никак мешать. Подожди, может, я что-то могу зарядить стазис? Да, могу. Мне бы еще реально жизни. И прикинь, я сейчас тебе покажу. Смотри, у меня нет оружия. Я не знаю. Я не знаю, чем я буду сейчас стрелять. И, честно говоря, я даже не знаю, как что будет происходить. Возможно, нужно будет этот момент переиграть. Потому что, серьезно, ты посмотри на мои жизни. И посмотри на мое вооружение. На мой боезапас. Я хотел сначала прикольнуться по этому поводу, но... Пожалуй, воздержусь. Но это, конечно, не прикольно. А, вагонетка. Типа, короче... Если есть вагонетка, то... Блин, я хотел сказать, что должен быть магазин, но магазина нет. Есть бабки даже. Да.
Магазина нет. Даже лимонад. Что? Кто? Типа, я так понимаю, что конец этого уровня? Походу, да. А в самой вагонетке могут быть, интересно, какие-нибудь приблуды, типа магазина? Или там денег? Нет. Ничего здесь нет. То есть я не смогу сейчас восстановить себе здоровье. Ну, давай перейдем на 6-й, получается, уже уровень, да? И там посмотрим. Глава 5 закончена. Смертельное пристрастие. Завершено. Пришло время для главы 6. Так. Да, да. Давай сохраним. Почему бы нет? Вот где-нибудь здесь. Глава 6. Опасные примеси. Так, у меня новое задание добавлено. Аудиозапись там. Вообще, ну вообще, здесь должен быть магазин. Понял? Прям должен быть. Камон, блин, магазин. Отсек гидропоники, доктор Элизабет Кросс. Запись. Я рада сознавать, что мы сумели достичь почти максимальной производительности. Флора здоровая и прекрасно растет. У нас даже образовался избыток свежего урожая. Я хотела отправить его в колонию, но капитан издал запрет на полеты. Я намерена официально оспорить этот приказ. Все знают, что люди внизу оказались в беде. Так почему не помочь им хотя бы свежими фруктами? Да, понятное дело, почему капитан дал запрет. Слушай, это все, конечно, здорово так. Ну вот патроны валяются хотя бы. Хотя бы смогу немножко поотстреливаться. Ну совсем, знаешь, так немножко. Для виду, я бы даже сказал. А где магазин? Почему меня не встречает магазин? Я не рассчитывал на встречу с цветами и всем подобным, но магазин. Так, подожди, сначала будем... Давай их всех обезвредим, чтобы они не смогли, стать. Ой, да их здесь много. Айзек психует. Ну я бы тоже психовал на его месте, блин. Серьезно. Ни оружия, ни хрена, ни жизни самое главное. Малая аптечка, ну вот уже что-то. Блин, я что-то взял ее. То есть, знаешь, ставится вопрос под сомнение, блин, от толки этой аптечки, именно вот этой вот. В женский туалет зайдем, нет? Посмотрим, что здесь. Там еще валяется аптечка, но я вот не знаю, брать ее или нет. Средняя аптечка. Плазменная энергия. Слушай, джекпот. Средняя аптечка. Я, кажется, выиграл. Я, кажется, только что сорвал большой куш. Подожди, давай пролечимся. Ну а по резаку у меня там вообще, наверное, полная шляпа, да? Подожди, перезарядись сначала, не выпендривайся, Азик. Кстати, вот мне пришла какая мысль в голову. А что если еще прокачивать, конечно же, резак. Потому что это одно, мне кажется, самое крутое оружие. Ну, серьезно, блин. Я еще обязательно попробую другие, если будет попроще игра дальше. Немного, блин. Камон. Даст эта игра насладиться собой или, блин... А, лифт. Опять лифт. Или так и придется мне вот выживать в таких условиях, непонятно. Так, с этой стороны не может открыться. В любом случае, открываться будут двери с этой стороны. Ну, посмотрим сейчас, что будет. Либо же просто нужно не выпендриваться, не плакать и, блин, закупить аптечки, камон, и патроны. Хотя бы даже, я не знаю, к одному оружию, потому что все же... иногда они тоже выпадают. Но иногда бывает, я говорю, вот так вот прямо аж на грани. Реально на грани. Проходишь. Оранжерея, блин. Свежий воздух должен быть, нет? Так, это что такое? Блин. Включен режим полива. А, смотри-ка ты. Ну пусть поливает. Там, где вода, там есть жизнь, понял? Бесспорно. Так, деньги. Там должен быть, по идее... О, Хэммонд, а что с ним? Хэммонд, ты чего? Айзек.
Хорошо, что ты цел. Не снимай шлем. Воздух отравлен. Да я и не хотел. Я видел. Оно огромное. Я заперся на продуктовом складе. Экипаж, который был на палубе, думаю, это они отравляют воздух. Они мутировали. Я видел одного из них, раздувшегося. Они выделяют яд. Надо избавиться от них, пока еще можем дышать. Хэммонд? Я думала, ты погиб. Тебе надо выбраться на чистый воздух. В таком состоянии Айзеку ты не поможешь. Айзек, я сканирую помещение. Он прав, на складе есть что-то огромное, но я не пойму, что это. Мониторы практически ничего не показывают. Осторожнее. Так, мне новую миссию, короче, кинули. Так, Хэммонд говорит, что ядовитые куколки, которые отравляют воздух, это трансформированные тела членов экипажа. Надо найти и перебить их всех. Спасибо. Кстати говоря, их 8. Уничтожьте ядовитые куколки. Отравители Виафана, блин. Яд можно распылить через систему фильтрации продовольственного склада. Вряд ли после этого там выживет хоть что-то. Я понял, но... это, блин, мы что, сейчас будем заниматься с куколками? В куколки играть, что ли? Блин, ты что? Я, блин, взрослый мужик, Айзек, понял? Какие, блин, нахрен куколки? Хэммонд! Какие куколки? Ладно, какие куколки мы уже знаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. На сегодня все. Обязательно подписывайтесь на канал и увидимся в следующих сериях. Всем пока.